Сижу, чищу маслята. Собирал я себе маслята так тихо, аккуратно, куда торопиться-то? Ой, Ольга, 20 литров набрала, видит, у меня в корзиночке там. И давай мне все пихать туда, чтобы полное было. Как из леса выйти с неполной корзинкой? Вот теперь сижу, чищу. В лес надо идти брать несколько сумочек каких-то, потому что вот чабрец еще собрали. Так неаккуратно надо было брать ножницы. Мальнянка пахнет, аромат, тепло. Лето. Прям сама себе завидую. В лесу надо удовольствие получать. Тихонько собирать. Ну, куда торопиться? И так лето быстро проходит. Если все бегать, это я салатик сделаю. Салат нашла очень вкусный для грибов. Отварные грибы. И заливаешь все это раскаленным маслом. Там лук, специи, перец. Ну, все, что можно, какие кому специи. И раскаленным маслом заливаешь. И уже можно сразу есть. Ну, стоит неделю в холодильнике. Черника. Земляника в лесу пошла. Достаточно можно было бы собрать. Но у меня терпения не хватает. У меня свои есть. Не могу собирать. Во-первых, очень жарко. Бор очень медленный. Как-то у меня быстро не получается. Ой, чабрец так пахнет. Боже мой, лето, лето. А этот посажу. Жалко получилось, что с корнями. Да Ольга, она мне с корнями надергала, чтобы быстрее и побольше. Ну, на огороде. На альпийской горке. Жалко срезать. Поэтому и потом он в лесу вкуснее. Это первые грибы в этом году. Какой там 21 июля, 22 год.